Алиса – секретарь с большими мечтами. Однажды она заехала выпить чашечку кофе, и ее жизнь изменилась. «Карт-Нуар» представляет сеансы психоанализа за стойкой кофейного бара в сериале «Рецепты желаний». Эпизод 6. Чего хотят блондинки? А вас можно выпить кофе? Нет. Что, совсем нет кофе? Есть. Но я здесь готовлю только индивидуальные кофейные коктейли. А это как? Я сделаю тебе коктейль, который освободит твои скрытые желания. Ой, нет, я ничего такого не употребляю, извините. Ты не поняла. Все дело в приготовлении. Это терапия. Понимаешь? А то есть ты как бы доктор, да? Да. Прикольно. Доктор бариста. Ну, я готова к сеансу, доктор бариста. Ты счастлива? Пока нет, но я точно знаю, что мне для этого нужно. Многие знают, что им нужно. Но когда получают это, понимают, что хотели совсем другого. Ну и как с этим бороться? Отвечать на мои вопросы. Давай попробуем. Окей. Представь, что ты на приеме у психоаналитика. Потренируемся. У тебя есть татуировка? Сейчас вот... Стоп. Лучше говорить и не показывать. Ну, там такая маленькая бабочка. Что же еще? Итак, где ты проведешь отпуск? Дикий пляж на острове или отель на лазурном берегу? Ну, я люблю комфорт. Понятно. Отель. Ты возьмешь с собой 5 бикини или 4 тома «Война и мир»? Бикини. 10. Представь, что ты в бикини, в море. Зовешь на помощь, чтобы привлечь внимание. Каким должен быть тот, кто тебя спасет? Ну, у него обязательно должен быть внушительный счет в банке. Но это же Лазурный берег. Окей, у него куча денег. На что он их тратит? Инвестиции, вечеринки, автомобили? Автомобили. Почему? Скорость. Я обожаю скорость. Так, чтобы мурашки по коже бежали. Добавим лед для мурашек. А еще? Скоростная яхта. И небольшой самолет. Так, стоп. Я передумала. Не хочу самолет, не хочу яхту, не хочу Лазурный берег. Тогда этот рецепт не для тебя. Придется ловить. Но с рецептом-то как раз все нормально. Чего же ты хочешь? Праздника. Ведь скоро Новый год. А можно я посмотрю, какие у тебя еще есть ингредиенты? Ну, за барной стойкой. Вообще-то по правилам я не должен.